Доброе утро. Погода хотелившаяся. Риночка, а кофе какой? Что-то уже дерьмо. Вернее, не скажешь. Разрешите разгляну? Ну, что там у нас? Медиатор из спецподразделения МВД обвиняется в убийстве брата своей любовницы. Еще набросился на охранника в магазине, хотел бухла срубить после отбоя. Алкоголизм? Человек явно очень эрудированный. Персонал утверждает, что в палате он перед сном читал стихи. Идентифицировать они не смогли, конечно, но один санитар потрудился записать ключевые фразы. Так тихими шагами жизнь ползет к последней недописанной странице. На обед. Причем, заметьте, в переводе латинского, что довольно тонко, если учесть, что массовый вкус тяготеет Пастернаку. Что ж, коллеги, какое предварительное мнение? Шизоаффектив? Манифестация? Я не исключаю манифестацию. Проходите.